Всем привет! Продолжая тематику ножей у Ракова, сегодня у нас на заточке будет следующий его нож ТР-300, называется он «Русский дух». Отличительная особенность данного ножа, то что он выполнен, как и большинство ножей у Ракова, из стали 440C, но в отличие от предыдущего ножа, здесь у нас слабо выраженная вогнутая линза. Рукоять это у нас береста. Длина клинка составляет 20 см, толщина по обуху 6 мм. И сведение порядка 0,5. Вес ножа составляет 355 грамм. На данном ноже сейчас отсутствуют какие-либо подводы. Обдирку мы будем начинать с алмазного камня с трехслойным напылением. Это Чебоксарский завод. И угол будем выставлять точно такой же, как на предыдущем ноже. Это 20 градусов. Обнуляемся. Устанавливаем. Или 40 градусов общий. Твердость на данном ноже порядка 59-60 единиц по Rockwell. И приступаем к обдирке. Закончили с обдиркой, создали подводы. Переходим на алмазный камень Веневского завода, сторона 160-125. Камень у нас отличается от алмазного камня с трехслойным напылением. При помощи электронного угломера мы нивелировали толщину камней. Выставили снова 20 градусов на сторону или 40 общих. И приступаем уже к уменьшению риски. Перешли на сторону 50/40. Далее мы перешли на камень 2014, он на USB-связке, и работаем данными камнями мы с маслом. Сейчас у нас сторона 7.5, прорабатываем также подвод с маслом. Итак, камень 3.2. Сейчас им максимально прорабатываем, и после чего уже перейдем на полировку. И, конечно же, полировка. На дубовый бланк нанесли пасту 7.5 и движениями на себя под тем же самым углом, как мы точили, начинаем полировку. Полировать будем двумя пастами 7.5 и 3.2. После чего покажу результат под микроскопом. Риску создаем в одну сторону. Перешли на пасту 3.2. Это у нас будет финишная паста. Сейчас немножко подольше поработаем. При помощи алмазных камней Веневского завода, а также алмазных паст мы добились бритвенной остроты на этом ноже. Идеальный рез. Проведем тест на остроту. 64 грамма, что соответствует бритвенной остроте. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте.